Всем привет! Сегодня у нас крайне простое блюдо – фасоль с деревенской колбаской. Итак, поехали! Для приготовления этого блюда нам понадобится непосредственно сама фасоль, колбаски, масло сливочное, прованские травы, перец, лук, помидорка. Для начала все нарежем. Включили лук. Перец. Добавили масло и сразу все овощи. Буквально 2 минуты обжарили и добавляем фасоль. Когда тушится фасоль, обжариваем колбаски. Thank you.
приступим к дегустации. Это блюдо очень подходит к такой зимней погоде. Сытное, теплое, а самое главное, быстро готовится. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!